давай тут попробуем чего-нибудь у себя изобразить в Trail of Heroes. Так, забираем. А, я уже забирал точно комнате награды. Так, и у нас вот забрал, это забрал. Что у нас тут по почте? Забрать. О, по друзьям, что там новенькое, хоть что-то появилось. Ну да, с друзьями пока проблема. Их мало. Процентов, ага, понятно. Пока мы его не убьем, ничего хорошего не будет. Так, давай биту, там двое осталось. С двумя мы можем справиться. Надо на этом успехи подпилить им. О, один остался. Да-да-да, пинай-то мою скончание веков. Правда, боюсь, скончания веков может быть много. Окей. В смысле 42%? Вот, блин. Ну, давай тогда битва три раза. Один раз, последний. Ага, и... Может, победим? Надо было помощь попросить, ну ладно. Так поинтереснее. Хотя бы своими силами хоть кого-то долею, с какого хрена ни разу. Да твою ж налево, это нечестно. Ни 1% остался, все, идем драться. Сволочь какая, а? Живучая за... Вот этот мечик мне интересен уже. А, очень прикол. Значит, пока я его не победю. Угу. А, понял прикол темного лабиринта. Ясненько. Так, по друзьям, мы можем кого-нибудь тут пришпиндорить себе? Народу у меня в друзьях. И понятно, кто живой. Добавим. Да, в принципе, здесь много одноименных разговаривающих народов больше нету. Хорошо, запросы есть. По поводу гильдии у нас отметились мы. Так, кто-то не отметился. Крепость. Рейд гильдии. Уровень 5. Да, блин, слушай, они издеваются надо мной, да? Хорош так боссов как крошить. Я даже пернуть не успеваю. Уже на 2-3 уровня перескакивают. А, героев данной расы. А у меня что, этой расы нет, что ли? Вот это есть. Не совсем я это понимаю, но ладно. Медали гильдии, священище огня, не-не-не. Почему? Так, дерево желаний тоже.
Так, денежка. А денежка мне нужна будет в академии, начнем с этого. Тут каждый себе что, отдельно повышает или как? Критическая плюс 0. Не, давай мы тогда лучше хп поднапрокачаем. Угу. Хп и урон пока самое что нужно. Крит тоже хорошая вещь, но есть одна проблема. Во-первых, рейд гильдии — это одно дело, но мне нужно, что тут их получается. А, мне зеленых кристаллов не хватало, все, вспомнил. Была нехватка зеленых кристальчиков. И кристальчики мы эти надыбаем. Тебя развить мы не сможем, да? Потому что тут развитие — это просто пипец. Правильно помню. Так, миссии. Right, так, спины. Давай крутанем. Предметы в магазине мы можем купить, вот эту вот хренотень зеленую? Нет, не можем. И что мне тут еще может понадобиться? Ну, я бы это не хотел покупать, у меня просто, блин, выбора нету. Что, больше ничего тут полезного не вижу. Вот это вот вижу полезное, хорошо. Хоть за что-то спасибо. Так, две миссии в таверне, вперед. Мы можем 10 призывов еще сделать, да? Так, хорошо. На арене 3 раза, 2 рейда. Рейд золота. Отлично. Давай вызов. А там пропускаем бой, там смотрите на меня, что у меня 62 тысячи, а тут... Извините меня. Это жалкие 30. Я, честно говоря, как-то не очень хорошо понимаю, как эта игра сочетается одно с второй и с третьим. Так, 15, 20, ну да. Будем уровень себе повышать, будет попроще. Хотя бы нормально считаются вот эти вот боссы, так что. Тут 65-й нужен. Я вспомнил. Еще тут садизм лютый. Ну, хотя бы одного героя можем призвать. Так, забрать. На арене 3 раза, да не проблема. Вот, хороший противник. А это у нас противник чё? Вот мы не знаем про этого противника ничего, так что, возможно, у него будет один высокоуровневый, ну, как всегда.
остальные слабоуровневые. И это меня в этой игре раздражает, потому что я не могу посмотреть, что за противник. Вот его. Погоди, да как вообще понять? 42 тысячи. Это ж какой у него там уровень противника, уровень игрока? Точнее, это что ж у него там за хренотень такая стоит? Так, погоди-ка, что за бред? Самых слабых нападать, потому что здесь эти сильные, там один герой, я не знаю, 200 уровня, что ли, походу. Бредятина, блин. Нельзя сделать ограничение, что поставь 5 героев. Да, 3 спина в родних души, а как я тебе сделаю их, если... Погоди, родник души. Ну, ей это чушь. Хреновая рулетка. А вот. Так, вперед. Угу. Сколько у меня? Одна медалька. Пошли нафиг. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И чё по достижениям у меня там? 70 уровень достигнуть. Конечно, без проблем. Вопрос только, как мне это сделать. В остальном все хорошо. А по поводу заданий таверны, да. Я тут иду впритык. Кстати, о птичках. День какой у меня, кстати говоря, четвертый или как? Ну ладно, так, горящий поход. Правда, в этом что-то не уверен, ну ладно. Так что я пока свалю. Посмотрим потом, что это за походы. Сначала прокачаю всех героев. Хотя бы для того уровня, который мне нужен. Так что, то вот этому надо дать. Двух можно. Хорошо. Это можем прокачать теперь. Хотя, может, этого еще прокачать? Аж подбавилось героев хороших. Вот, вместо паучихи мы можем, в принципе, сейчас качнуть вот этого дядьку. Или вот этого подругу. Маг. Врагам. Урон. Так, а ты у нас что вообще делаешь? Атака плюс 10% у ворот. Его можно заменить вот на этого, к примеру, Дидона. Музучка. Но тоже неохота как-то. Два орка есть, в принципе. Вот вместо лучника можно было бы орка использовать. Маг. Лучник. Есть ассасин. Ассасин. Второй огур, но...
От них толку мало. Так мы посмотрим, может мы можем как-то повысить сейчас героев, хотя остров драконов, что нам тут даст? Гаса он там бегает, делает. Так, битва, помощь, битва. Быстрого боя здесь не будет. А, отлично. А я тут не справлюсь, тут бесполезно. Так, нам что надо повышать, получается? До этого долго. До кристаллов смысла нет повышать. Главную крепость надо повышать. А тень тут летит. Ну это, конечно, абзац. Это вот отправить ПГСа непонятно зачем. Святилище кристалл день 13. Ну а дальше что? Дальше будем копить, чтобы увеличить свою крепость. Но это, блин, надолго. Ой-ой-ой. Мне даже тяжело представить, насколько, народ, это долго все будет. Вот реально. Такс. Каких героев мне повысить реально сейчас? А. Так, дал призыв. Стал героев нужен. И ничего мы не можем здесь улучшить, да? Конкретно. Эту подлучшить. Давай-ка смешаем так лучше. Да, мы их улучшить не можем пока никак. Значит, пока идем по стандартному пути, тут без вариантов. К сожалению, больше никак. Это хреново, если честно. Так, а что за кубики мне дали? Кубики. World Champion присоединиться. Давай поделимся. Мне это не нравится все. Слишком сильно не нравится. Вот нифига не понял. О, 29. Я
победят. Спорим? О, нет. Да, можно тут уже дальше покурить стороночки. Так, ну ежедневки мы все выполнили, в принципе. Можно, конечно, еще прогуляться в темную башню, поколбаситься немного. Такой колбасни нет, потому что... Нет ничего пока нормального. Одеть. Надо как-то с героями здесь что-то мутить. Но это что-то как-то мутить, это, конечно, еще тот абсурд и абзац. Я пока даже не знаю. Вообще-то я бы себе предложил поставить два ассасина, два орка. Ну, это дебильная команда получится. Так что да, я пока даже не знаю, как здесь бороться. Так, что у нас опять рейд тут сияет? А, мы же не дрались. Пошли подеремся. Знаю, что я Deathhead. Толк-то мне от этого. 167. Ну да, народу у меня гильдии здесь немного, которые хоть чем-то занимаются. Не знаю, хорошо это или плохо. Компании сможем пройтись хоть немного? Как думаешь? Левел 64, что? Вот елы-палы. Это что за подстава-то такая? Да, немного помучаем здесь. Как-то хоть посмотрим. А, ну не так и страшно. Здесь остальное будет народ у нас идти на улучшение наших, так сказать, доспехов. Так что да, здесь надо сейчас будет улучшить доспехи героям, как минимум вот этим. Ах. Вот дерьмо. А что я, блин, вообще могу сделать, кроме как призвать еще десятерых? Давай призовем, что же делать-то остается. И 64 уровень надо, вообще зашибись. Вот так вот взяли и игру остановили. Где тут, блин, это призыв дебильный? Я не вижу его.
блин, и высший призыв. Так, лады. Остров драконов мне сейчас не нужен. Что он там сияет-то вообще? Я эту хренотень никогда не победю. Пока на данный момент, мягко сказать, развитие, это для меня нереально. А по поводу портала героев, давай посмотрим. Может, сможем кого-то улучшить? Да, кого-то можем. Вот этого можем улучшить. Ага, до демонического мы его можем улучшить. Либо вот этого. Пятки появляются. То есть у нас тут два ассасина. Вот это мне больше нравится. Трою в Лиге Чемпионов. Какая еще лига? Я вам сейчас такую Лигу Чемпионов устрою. Как это понять? Строю. Как мне убрать этот строй дурацкий? Защита. Вообще всех убрать. Поставим тогда вот этого. Хотя нет. Давай тогда поставим кого-нибудь вот такого. Все. Вот твою ж налево, вот такой подставы я вообще не ожидал. Еще думал, хоть одного прокачаю, это нормально. Ага. Прокачал, блин. Так. Где ты там? А вот ты здесь. Отлично. Находится по стране чемпионата мира, да? Нужно новые герои. Нужно много героев. И тут я никуда от этого не денусь. Вообще милота, да? Да, не нравится мне это все. Ладно, народ, на этом я серию закончу. Что-то мне в этой игре не нравится. Какое-то вот развитие. Все, оно остановилось. То есть я уже никуда не могу тут прыгнуться, ничего не могу сделать. И это печально. Ну да, буду, не знаю, тут каким-то, блин, макаром качаться. Буду заходить каждый день, смотреть тут, удивляться, что есть, чего нету. Тут по-другому, походу, не сделаешь. Ну да, вот. Все. Дальше я никуда не могу тут ни рыпнуться, ни пернуть, ничего не сделать. Что даже здесь я не могу ничего сделать. Это вот самое обидное. Очень странная игра. Да. Посмотрим. Возможно, я и прекращу в нее играть, потому что, ну, никаких подвижек тут и не предвидится в ближайшие недели-две.